Доброго ранку. Я вам обіцяла, що до нас завітає гостя. До нас вже завітала Юлія Боярина, фотограф. Доброго ранку. Минулої нашої зустрічі, це було восени на початку, ми з вами говорили про осінні фотосесії, про правила, нюанси, деталі. За вікном, слава Богу, вже зима, і актуально говорити про зимову фотосесію. Але, безумовно, ми сьогодні будемо говорити на цю тему, давати вам поради, але і зробимо вам подаруночок. Так, Юля, можна я проанонсую? Отож, всі наші такі уважні телеглядачі, у вас є змога зателефонувати до нашої студії, нагадую, номер 76-92-42 і отримати ось такий подарунковий сертифікат на персональну фотосесію від фотографа Юлії Боярни. Я вам заздрю зараз в даній ситуації, тому що дуже люблю фотографуватися, і у вас є така нагода комусь, щасливчику, пощастить. Тому будьте активними, ну а ми давайте розпочинати, давайте давати поради по зимовій фотосесії. Отож, хочу почути від вас нюансы, тонкости и детали. Я бы хотела поговорить о фотосессии именно зимней на природе. Конечно, у нас очень много студий в Николаеве, и когда нет возможности фотографироваться на улице, то что мы делаем? Мы идем в студии, фотографируемся, прекрасные интерьеры, уютно обставленные. Это все отлично, и у нас такая возможность есть. Но мне бы хотелось поговорить именно о зимней фотосессии на природе. Зима, наступила зима, такое время, время сказок, время фантазии, время веселья. Я очень люблю пересматривать свои детские фотографии, смотреть, как мы были маленькими, ходили в маленьких шубках, с сапожками, с варежками, играли, да, держали санки, они такие милые. Сейчас как бы шагнула фотография вперед, индустрия фото, и есть возможность для у каждого заказать себе профессиональную фотосессию, в том числе и зимнюю, подарить себе зимнюю сказку. Ну, дивіться, я вас так буду трішки заважати вам казати. Одна справа, коли зимова фотосесія під час снігу, коли він там висипав півметра, чудово. А якщо немає снігу, це ж не біда? Це не біда. Звісно, хотілося б снігу. Я думаю, що ми зима сніжна нас услышит і прийде к нам. Сподіваємося. Якщо снігу немає, то в принципе можно тоже устроить фотосессию, опять же выйти на природу, все равно елочки есть, устроить какой-нибудь вместе с детками нарожать елочку, можно пойти, к примеру, на каток, покататься на коньках, там лед тоже хорошо. Ну, все-таки я хотела бы представить, что у нас уже выпал снег. Давайте, будем мечтать, выпадет, да, все он все равно выпадет, да. В крайнем случае мы будем ожидать этого прекрасного дня, когда он выпадет, запланируем себе фотосессию, настроимся, и снег пойдет, и мы, естественно, сразу созвонимся с фотографом и спешим на нашу запланированную фотосессию. Я хотела бы рассказать вот о том, что как можно придумать какую-нибудь интересную историю или как запланировать не просто фотосессию. Так, это же наиболее, да, можно, ну вышел, куда можно пойти, да, куда можно пойти. Давайте вместе поразмыслим, куда. Конечно, самый прекрасный вариант – это заснеженный лес с елочками в снегу. Это просто идеальный вариант. Это первое. Куда мы еще можем пойти? Да, мы можем пойти себе на каток, провести день на катке, покататься. Можем пойти с санками, с детками, покататься на санках, поиграть в снежки, погулять, лыжную прогулку устроить. Также мы можем что сделать? Мы можем устроить пикник. Зимний, да, да? Да, зимний пикник, почему бы и нет? К примеру, самоваром, да? Можем, что мы еще? Можем устроить конную прогулку, очень великолепно смотрится. Фотографии на лошади или с лошадками. Да. Прекрасно, если у вас есть, к примеру, домашние животные, собаки. Кошки, можна з собакою, поіграти в снігу, так. Ось, Юлечка, трішки перевемося, бачимо фото. Це така закохана пара, зимова фотосесія закоханої пари. От, давайте трішки ваших коментарів до фото. Что из комментариев? Хотела бы обратить внимание, вот как одеты ребята. То есть, конечно же, наверное, они немножечко мерзнут. Так. Ну, это такая небольшая жертва. Естественно, когда мы готовимся на зимнюю фотосессию, я хотела дальше продолжить об этом. Нужно подумать о том, что, конечно же, это холодно, мы не хотим простудиться, ни мы, ни детки, поэтому мы одеваемся тепло.
берем с собой очень теплые пуховички, варежки, шапочки. Если у нас задумана фотосессия, вот как мы только что видели на фотографии, ребята в свитерах, я думаю, что где-то рядышком у них их теплая одежда. Вот ребята тоже, они в свитерочках, но они закутаны в такой плед. Это отличный аксессуар. Романтично, так? Отличный аксессуар для такой фотосессии. Во-первых, он очень ярко смотрится, интересно. И, во-вторых, он тоже согревает, не дает нам замерзнуть. Если мы готовимся к зимней фотосессии, мы одеваемся тепло. И желательно, конечно, если мы выезжаем в лес, это на машине, что мы можем всегда спрятаться, взять с собой термос, погреться и снова приступить к фотосессии, выйти с машины и опять работать. Что мы еще можем придумать? Если мы хотим, совсем не хотим мерзнуть, у нас нет возможности поехать на машине, мы одеваемся тепло, одеваем варежки, одеваем шапочки, одеваем шарфы. Або якийсь пуховый платок, закутываемся, ну я жертву. Смотрите, вот что мы хотели бы как бы разбавить спокойную атмосферу от зимы. Спокойные тона, белые, или даже если это не снежные, то они все равно спокойные, монохромные. Поэтому мы одеваем на себя буйство красок. Это могут быть яркие какие-то аксессуары, яркие-яркие красные варежки или ярко-красная шапочка. Даже при спокойной... При спокойном, да, фото, вот да? Посмотрите, спокойный задний фон лесной и очень яркие аксессуары, яркий шарф, свитер, шапка. Даже если у вас нет всей яркой одежды, это может быть один аксессуар, например, варежки у девушки и шарф у молодого человека, это уже будет очень хорошо играть на фотографии. Если мы хотим какой-нибудь очень такой романтичной фотосессии, мы можем пойти не на контрасте, а на нюансных моментах, то есть одеть на себя, наоборот, очень спокойные тона одежды, голубой, белый, какой-то персиковый. Такая фотосессия очень будет романтичная и нежная. На белом снегу будет прекрасно. Подивите, да, какие гарные фото, действительно. Тут, конечно, на контрасте сыграли очень красиво. Не с белым, да? Да. Угу. Так, гарно было. Если мы поговорили о том, что мы уже оделись. Одягнулись. Перший этап прошел, одягнулись. Да. Мы решили, в каком плане у нас будет фотосессия. Если это у нас, конечно, мы играем в снежки, то, конечно, можно одеть и зимние комбинезоны, и лыжные шапки, и совершенно не мерзнуть вообще. Угу. Если мы решили, что у нас романтичная фотосессия, к примеру, пара, мы подобрали уже одежду, что мы посоветовали бы девушкам по макияжу? Макияжу, действительно. Да. Так, цікавый нюанс такой. Зимний макияж, он может быть разнообразным, в зависимости от того, какой образ мы подобрали. Он может быть как и ярким, сочным, так и спокойным, если у нас романтичная какая-то очень нежная фотосессия. Может быть, как и холодным, какая-нибудь снежная королева, так и наоборот теплым, в теплых тонах макияж. Тут фантазия может разгуляться как угодно. Юлечка, дивіться, от ми на фото бачили дівчинку в синій сукні і білий, ну, і білий сніг навколо, а біле на біле. Ну, якщо я хочу бути такою сніговою королевою, вся в білому, а ще й сніг білий. Ну, буде гарно, так? Да. Така буде дуже ніжна. Фотографии акцентом будет не ваша одежда, а ваш образ, то есть макияж, лицо, поза, эмоции, которые вы будете выражать. Это очень интересная фотосессия. Угу. Я зрозуміла. Отож, шановні, у вас є шанс зараз отримати таку фотосесію, абсолютно такий чудовий подарунок, і сфотографуватися, зробити собі таку чудову пам'ять, адже фото – це дійсно гарна штука на пам'ять. Юля, і ще наостанок, час летить дуже швидко нашої розмови. От іще таки зрезюмуємо нашу розмову і поради ваші для зимової фотосесії, щоб напевно вже запам'ятали наші телеглядачі. Ну, первое, если мы решили фотографироваться на снегу, мы его ждем, так, готовимся, чекаем. Да, возможно, заранее созваниваемся, договариваемся с фотографом, и как только выпадает снег, мы спешим на фотосессию. Заранее мы решаем для себя, где мы будем ее проводить, во что мы оденемся, в каких тонах будет эта фотосессия, подбираем, если это индивидуально для себя, если это семейное, то для всей семьи, как я и раньше говорила, что для всей семьи подбирается одежда, чтобы она компоновалась по цвету и по тематике, не было разношерстной, подобрали. Если мы
подбираем еще какие-то аксессуары. Что это, кстати, может быть? Те же самые коньки, какие-нибудь яркие, пускай мы на них кататься и не будем, но мы их с собой возьмем, или лыжи. То есть это как аксессуар может сработать. Прекрасно смотрится на снегу яблоки, мандарины, хвоя. Это все мы продумываем, готовим. И когда приходит день фотосессии, мы с хорошим настроением, обязательно с термосом теплого чая, идем на фотосессию, получаем прекрасный результат фотографии, отличное настроение, проводим прекрасный день, дышим свежим воздухом. Дякую, Юля, ви мені зараз скільки ідей надихнули, фотосесія із хвоєю, із мандаринами, класно, що ж мені захотілося фотосесії. Дякую, у нас в гостях була Юлія Боярина, фотограф, ми обов'язково розіграємо ваш сертифікат, приходьте до нас, ми завжди раді таким рекомендаціям.